Еще не убрали, сутки уже прошли. Все еще подметают. Обычная история после шторма. Группа энтузиастов с металлоискателями ищут все то, что отдыхающие потеряли летом. После такого шторма очень много выносят. Драгоценностей, золото, шучу. Я еще ни разу не видел, чтобы что-то находили. Но вот люди в поиске. Может, им повезет. Всем привет. Когда живешь на побережье, понятно, что это частая стихия, с которой сталкиваешься, это вода, море, шторм. Вот вчера ночью, с 4 на 5, очень сильный шторм был на самом юге Меретинской низменности, недалеко от устья Псоу. Волны были такой высоты, что захлестнули даже набережную и велосипедную дорожку, по которой катались тысячи отдыхающих в этом году. Хотим подойти посмотреть в самую разрушенную часть набережной. Вон там сколько песочка. Море подступает. В интернете есть куча видео. Даже моя дочь снимала видео о том, что море наступает на Меретинскую долину из-за изменения смыва гальки рекой Мзымта. Здесь тоже песок повсюду. Люди гуляют, смотрят, удивляются. Покопайтесь в интернете, есть ночные видео, как волны через этот бордюр. Класс! Вот этот песок на смотровую тоже намыло вчерашним штормом. Волны аж сюда захлёстывали. Посмотрите, сколько песка намыло сюда. Аж до детской площадки достало. Вот это был шторм. Песок намыло. Пальму не унесло. Волны били аж туда, за парапет. Thank you.
такая стихия была. Прям в такие моменты Хичкок.